Вообще нежданно, негаданно попала на парад. Гляньте, она сегодня, не сегодня, а просто парад идет Святого Патрика. Хотя и день не сегодня. Ну вот, решили отметить так. Ой, боже мой. Народ нарядился по-разному. Что тут творится? А вот прям что интересное такое. Я имею в виду, что-то интересное такое. Гадала, что попаду на такое веселье. Конечно, срочно нужно снимать, так что я достала камеру и быстренько снимаю для вас. Вы вообще сюда пришли в галерею платьев смотреть платье, искать платье для бала. И вот вы что попали. Ну, гляньте, 40-х годов машины. Эти люди как расположились. Кто как? В общем, решили пройтись по даунтауну. Даунтаун — это значит центр. А здесь самая такая старая часть. Тут, конечно, народ такой разношерстный. Так что здесь кого вы только не увидите. И бомжей, и не бомжей. Обычно так настроение поднимается, когда вот такие вот делаются шествия. Не знаю почему. Ну, наверное, потому что энергия такая сейчас. Все радостные, у всех настроение поднялось. Такая вот энергия положительная, такая добрая. Смотрите, сколько там людей. Возможно, со звуком будет проблема. Я прямо вот в саму камеру, но я без микрофона говорю сейчас. У меня просто в камере что-то с микрофоном. Он и так слабый в айфонах, а с моим что-то случилось. Мне часто в этом упрекают, но это не моя вина. Гляньте, какие colorful people. Is it that clown? I think so. I think it might be. It's him. He's not advertising. Yeah, but he's acting like that one. I love how we thought there was a clown. He has a little ego puppet. Oh my gosh, look at that woman dragon. It's a woman dragon. Гляньте на драконов. Даже комментарии не нужны, сами все люди. Thank you.
Yeah, yeah. It's like a whole medium pizza. Yeah, it is. Yeah, he was going to. Uh-oh. Oh, sorry. Остатки парада, народ еще не разбежался. Вот решили перекусить, гляньте, в какой-то закусочной на улице. Смотрите, сколько людей. Ужас. Гляньте, шляпа прикольная. Мы такую в Дисней видели. Вы знаете, вот в Америке же все время на машинах, да, и вот когда вот такое вот случается, и можно походить среди людей, то очень-очень приятно. Я смотрю, американцы тоже это любят. Но для русских это особенно интересно. Потому что нам именно этого здесь и не хватает в Америке. Вот так вот побродить, потолкаться. Гляньте, какое красивое граффити я тут нашла. Это как раз магазин, где делают татуировки. Ну и все, наверное, на этом видео закончено будет. Всем пока. Пишите, что вы думаете. Я там не очень много комментировала, но сколько могла.